Подведены итоги ежегодного фитнес-фестиваля «Движение. Жизнь». Статус межрегионального мероприятия придают участие в нем команды из соседних областей – Владимирской, Костромской и Ярославской. Фестиваль проходит по инициативе ивановских наркополицейских. Задача – вовлечь молодежь в спорт и отвлечь от пагубных привычек и плохих компаний. Своим аналитикам, сотрудникам я поручу посмотреть, попали ли в поле зрения наркополицейских и были ли осуждены те дети, которые в течение 9 лет занимались вот этим спортом и в том числе, конечно, участвовали в фитнес-фестивале. Таких данных у меня нет. И я думаю, надеюсь, что таких людей, таких ребятишек не будет. В финале 21 команда. Ребята из Кинешмы решили брать жюри смелыми костюмами и лиричным номером. Постановка называется «Тепло наших тел». Это танец о сильной любви, которая хотя бы раз в жизни меняет каждого в лучшую сторону. И даже из зомби может сделать человека. Образ создавался как бы мукой, самый главный образ. Также были использованы краски, тени. Получилось, я считаю, очень круто. Динамичный танец показала и команда 21-го лицея города Иваново. Гимнастика, хип-хоп, модерн, контемп. У каждого танцора здесь свое направление. Из умений каждого и сделан этот номер. Ставили мы, значит, наш номер за субботу и воскресенье, бегали по всему городу, искали костюмы, ну, подобрали, конечно, выучили танец. Первое место в этом году заняла команда гимназии номер 3. Ребята получили сертификат на участие в международном фестивале уличного танца «Макси Вен». Второе место заняли танцоры из Владимирской области. И бронза у ребят из Фурманова. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.